врач, это у него есть медсестра. Врач – это доктор, который лечит людей. Не очень не помогают. По вторникам они не помогают. Снова, потому что это страшно, может что-то случиться. Чтобы если ты заболел, у тебя что-то болит. Это может быть какая-то, ну, серьезная болезнь. Врач поможет ее вылечить. Например, кашля, гриппа, застуды. Разные. Зубные. Ушные. Я знаю тех, кто лечит глаза, за нос, уши. Врач – это такой человек, который помогает людям от болезни. Добрые, некоторые злые. В белых халатах. Иногда люди сами лечат. Врачов во вторник не ладает на день. Да. Потому что просто ребенок может бояться и их не будет делать. Они очень больно зубам делают. Я раз пять туда ходила. Я их не боюсь. Я боюсь врачей, потому что они делают уколы. Ну, что-то серьезное со мной. Уже один раз было серьезное, перелом.